Росичка. Три яйца. Оно крупное, да? Нет, три всего лишь. Важно, скорее. Кисонька. Как там в теплице, кисонька? Почему здесь ничего не растет, кисонька? Потому что, Мурзик, ты там спишь, да? И поэтому там уже ничего не растет. Да, Мурзик? Собираем вкусняшку под огурчики. Там вот производитель вкусняшки пасется. Помощники, да? Ну, давайте, собирайте. Что вы пришли? Марфа, скажи мне, пожалуйста. Какой полиции? Какой это? Ну, перц. Стаканчик. Ну да. Ну, где место что-нибудь дождем? Ну тут даже не видны. Вот он что-то чипсы не тронут, да? Тоже сгоревшие. Сгоревшие, помёрзшие. Помёрзшие, да. Вот ничего. Ну да, вот с той стороны. А тут, видишь, эта штука стояла, и они как-то более-менее. Теплица, вот. Кстати, помидоры тоже не сильно видны. Наши подтянулись. Ну да. Тоже вот. Уже цвести. Собираются. А вон тут зеленый базилик. Вот этот. Мне нравится, как пахнет. Угу, прям лимонный какой-то. Вообще классный такой. Но вот он один. Он в смеси был. Не знаю, что там вырастет, нет? Зелененький был, но что-то протоптал. Вот что-то. Да, вот он. Базилик тоже, но он... Его затоптали. Он тоже цветут. Много так кистей. А этот, глянь, какой этот цветок. Ну да, махровый. Да. Сейчас я подтяну еще вонючка. А что мне нужно? У помидоров? Картошка-то как-то сюда. Ага, картошка. Картошка ранняя будет. Без жуков, не травленная. Да, скорее всего, глазками. Но вот это тоже подтянулся маленький. Наверное, мы ее забыли. Нет, мы там, мне кажется, нет. Там же лежала картошка, может быть, это глазки были, отвалились.
Да. Капуста пора уже. А на камеру все такое маленькое выглядит. Да кыш, говорю. Перчики, перчики. Ну и вот они тоже, у него как правда как будто махровые все. Редисочка. А вот тут даже базилик еще у нас остался. Да, там есть. Интересно, почему она белая? Редиска вся здесь белая, хотя здесь несколько сортов. Ой, ну помидоры меня прям радуют, конечно, в этой теплице. А мы в прошлом году еще так мульчировали. Не помню, но помню точно, что мы... Ну ты, во-первых, бархатцы тут раскидала, поэтому не знаю насчет мульчи. Ну это самое. Один я боком посадила много. И он так и растет пока. Муравьи полные вообще дико. Уже и клещевину пора высаживать. Да, Лида сказала. Не стала брать? Не будет сажать? Ну, а ей некуда. Ну да, она же большая. Я тут стала, не знаю куда. Да у нас эти звери во дворе гуляют. Что это? Не бойся, я не буду сюда. Ну да. Не, и вот эти вот тоже свести, уже почти все собираются. А когда капусту сейчас высадим, надо будет что-нибудь подсадить. Помидорчики можно. Ой. Между ними. Ну да, базилик там посадили. Посмотреть, я где-то хотела этот. Что-то мне еще оставалось. Эстраф можно кусочек. Люфу куда, я не знаю. Люфу к огурцам, мам. Ну ты знаешь, помнишь. Там, как раз таки вот в конец туда, наверное, поставим. А куда, кроме как к огурцам? Я-то думала, ее будет много. А ее два, и дай бог, чтобы она хоть что-нибудь. Вот что в этом году с бархатцами, вообще непонятно. Вообще кошмар. А это у нас... Синенькие, да, цветочки? Да, тоже наши, которые. Я не знаю даже куда вот. А герантум. Вот жалко, нет у меня больше колеса. Потому что вот как хорошо я их поставила колесо туда в клумбочку. Место у меня есть, а толку нет. На колеса мы уже здесь все приземлили. Капусты много. Мурзочка? А Мурзочка? Скажи мне, тебе хорошо на грядках валяться, да? Мурзик, весь грязный, весь пыльный, Мурзочка. Фу таким быть. Вот наша теплица с перцами, которые померзли или погорели. Сейчас будем досаживать вот такие вот к нашим маленьким. Может быть, в этом году и что-нибудь получится из перцев. Будем надеяться. Thank you.
нашлось. Ну вот здесь. И сейчас вот дальше он есть. Вот червячок. Мне понравился вот этот кассет. Вот здесь. Здесь как раз самые большие у нас, да, наверное, были. Да. А хоть что-нибудь осталось? Видите, как прорвалось? Да нет. Нет. Мне интересно, какие самые маленькие были. Те и остались. А большие у них все померкли. Да вон там в нем хотя бы много боковых пошло. Вот здесь вот пусто. Сразу видно, что за ней деревни нет. А сало у вас есть? Ага. Свинок у нас нету. Ну попозируй, Мурзик. Ой. Да. Сколько ж можно нанюхивать-то камеру? Ну попозируй. Ну кот.